Так, вы все не кричите, ящик, они кричат. У вас другое задание. Девочки, прямо. Давайте нет, давайте до Наташки. Наташка? За столом. Нет, да, иди на двурожки. Потому что мало там получается. От Лены, до двурожки. Я не знаю, просто как тебя зовут, простите. Юля, от Лены до Юли. Команда, кричите слово спички. Спички! Давайте, раз, два, три. Спички! Ну вы что, ящик такой был? А вы спички! Вот так вот сделайте. Раз, два, три. Спички! Вот огонь. Остальные все, кто не вошел в команды, у вас слово «ах». Ах! Только вот так. Ах, да, ах, вот так. Как хор советской армии. Давайте. Раз, два, три. Нет, в целом концепция понятна, да? Не прозвучал только ящик. Это не наша партия была. Нам скажут, когда вступать. Вы знаете, да, что я пою песню, я допеваю, там есть небольшое замедление, и такой взмах даю вам такой рукой. Дирижер, в какую сторону? Без ауфтактов, извините. И вы все вместе кричите каждое свое слово, несмотря ни на что. Надела мой шарф? Ты надела мой шарф? Нет, я решила, что сегодня Мишутка будет открыт. Вот эти питерские понты замотать половину груди и прицепиться. Это не наш фасон. Продолжай. Это же кундалини сегодня на распашку. Какая Мишутка? Бери стульчик там. Все помнят, да, что надо делать? Да. Ты в команде, которая кричит слово «ящик». Ящик.